Доброго дня, уважаемые коллеги, подводные охотники и ластоногие братья. Сегодня я решил вас порадовать своим роликом и продемонстрировать вот эту волшебную коробочку от фирмы Пелергаса. То есть, как вы помните, в предыдущих своих видео я сказал, что пусть это останется на некоторое время интригой. Планировалось в последнюю очередь именно показать и рассказать, что здесь. Но не удержался, честно говоря. И решил сегодня вам продемонстрировать то, чем нас радует фирма Пелергас. Именно вот что касается вот этой коробочки. Что это за коробочка? А это все просто. Это наши ребята с Пелергаса выпустили в такой упаковочке нож свой, поставляют. Не знаю, это у них все ножи, они так комплектуют, либо мне так попался. Но я скажу вам честно, если нож кому-то вам, ну, вы еще ищете подарок, там супруга хочет мужу там подарить нож, хотя при этом не забывайте забрать хотя бы 5 копеек там. Ну, так повелось у нас. При всем при этом, то в такой коробочке подарить, просто ее приятно держать в руках. Я, честно, сразу взял, так посмотрел, думаю, ну ни хрена себе, думал, туалетная вода какая-то или что это такое. Очень даже и очень упаковка, конечно, спору нет. Поэтому на подарок рекомендую. Дешево и сердито. Молодцы. Ну, вот, что касается ножа. Этот он укомплектован двумя такими резиновыми стяжками. Ну, это мы откладываем в сторонку. Я ими не пользуюсь. Я нож либо прикручиваю, либо на затяжки притягиваю к разгрузке. Посмотрю, для этого я, скорее всего, что сделаю. На руку у меня есть один нож, лазер Омер. Нож сам по себе, честно говоря, не очень. Там качество у него резучие такие никакие, серрейтор никакой. Еще плейновой части там можно резать, а серрейтор такой, что цепляется прямо просто. Сейчас проверим, как этот работает. Но само крепление я сделал. Его крепить можно на руку, здесь, там, на ногу. То есть на липучке я вам потом покажу, когда это все дело скомпонуем. Ну что я вам могу сказать. Нож держится, конечно, в ножнах изумительно. Вот данная вещь, кстати, тоже молодцы ребята, потому что, ну, одного руки заточены из правильного места, у другого, ну, не совсем, как кажут там. Всякое же бывает, люди разные по жизни. Один как бы головой думает, другой руками что-то умеет делать, третий воровать, четвертый там еще что-то. Ну, а так сказать, для того, чтобы потом меньше было критики, что там где-то выпал, потерял и прочее. Они просто сразу пошли по тому пути, что поставили вот такой темлячок, не надо ничего выдумывать. Вот он. Все тут предусмотрено, все работает. Хотя нож держится крепко. Я понимаю, правда, в воде будет чуть-чуть скольжение проще. Выскакивать будет легче, но все равно довольно крепко. Ну, я захватил. Вы помните пару моих, ну, ролики предыдущие относительно ножей. Я тестировал там ножи от Николая, Тургаяк нож. И тестирую я на парашютной стропе. Там мне попался был парашют. Старый рваный. Вот видишь, раз. Парашютная стропа. То есть, ну, сами понимаете, что это не какая-то гнилая веревка. Ее порвать тут. Не то, что порвать это. Ну, тут шелк какой-то непонятно. С химией. Ну, стропа тут выдерживает такие нагрузки, мама не горюй. Значит, сразу мы складываем ее в четверо. Вот так вот. Кладем сюда нож. Вот вам четыре. Сразу четыре. Разрезала. Причем режет, я вот смотрю, что даже взяться практически не за что. А ну давайте попробуем больше. Ай, порезал палец, по-моему. Вот зараза, да, резанул.
Дима, блин, острый нож прислал, резанул бы. Только дотронулся до пальца. Сейчас пойдет кровь, наверное, видно. И так вот складываем. Даже не знаю, сколько тут раз. Чик. Все. То есть, ну, это я ничего его не точил, ничего не делал. Уже кровь пошла. Только дотронулся. Ничего я ножу не делал. Нож из коробки. Заточка с рейтером у меня не вызывает никакого сомнения. Как я и говорил раньше, эта форма ножа, я считаю, да и не только я, многие подводные опытные охотники считают это, эту форму лучшей. Тут не зря стропорез, когда-то в войсках десантуре была именно такая форма, потому что он сама, вот этот самый зрик позволяет хорошему резу ножа, плюс серейтер, нож изумительный, нож изумительный. Не знаю, я его ради интереса просто для, как говорится, эксперимента мне жаль это делать. Ну, я сделаю, все равно попробую. Я, скорее всего, что-то раз при этом еще есть время. Я его буду ежедневно окунать в воду вместе с вот этим. Буду окунать в воду, не буду протирать, выкладывать, и он будет у меня лежать. Я потом опять на следующие сутки в воду лежать. В течение месяца. Вот я посмотрю, будут какие-то разводы или нет. Процесс ожирения будет или не будет. Потом вам продемонстрирую. Скажем, что касается соленой воды, я даже пробовать не хочу, потому как это агрессивная среда, и понятное дело, что, знаете, с дуру можно и член сломать. Поэтому, кто хочет, хоть в кислоту пускай сует его. Внешне, я же говорю, нож выглядит отлично, плюс они еще тут зарешалку сделали, потому как вот у меня был случай, да и неоднократно. Но терять я уже не теряла было, вернее, не, так не прощелкивала, просто порвалась. Сама резинка и заряжалка ушла. А один раз оставил машину, и там километра два или больше в полном снаряде, снаряжении, пошел выше по течению, а река там такие изгибы делает. И я потом к месту, где припаркован автомобиль, я сплавлялся. Где-то на это уходило около 5 часов. Ну вот я пошел туда, прихожу, начал одеваться, оделся уже, а потом заряжать ружье, а заряжалку я не взял, она у меня в чехле вооружейном осталась. Назад не пойдешь, снарягу не бросишь, грузы все это не потащишь, ну в общем. И я там был вынужден искать какие-то палочки заряжать, ну благо там, скажем так, нацелен больше на трофейную был охоту, там мелкая особо, там окуней каких-то не стрелял, так заряжать часто не приходилось, но тем не менее, как бы, что-то выдумывал, что-то, чтобы зарядить ружье. Здесь же, в ноже, есть вам, пожалуйста, заряжалка, можете заряжать. То есть, момент такой вроде как бы и мелочь, но довольно приятный. Ну, что я могу еще сказать в отношении этого ножа? Значит, ножны в новой версии, они уже магниты закрыты. То есть, если кто помнит, я снимал ролик, предыдущие у меня ножны были. Я их здесь сам заливал клеем определенным, для того, чтобы исключить попадание туда влаги, потому как понимал, что это, скорее всего, что ржавеет не нож, а ржавеют магниты. А там вот есть такие еще отверстия внутри, дренажные. И через эти отверстия потом вот эта ржавчина с магнитов, она вытекала на нож, и на ноже такая патина оставалась, такие разводы. Ничего она так ножу плохого не сделает, но внешне просто смотришь неприятно, вроде нож кажется, что поржавел ржавый нож. Поэтому я как бы это делал. Здесь уже это все учтено, все закрыто, запаковано. Вопросов никаких не вызывает. Но самое главное, это коробочки. Я просто обалдел от этой упаковки. Молодцы ребята, вам плюс. Двойной плюс. Как подарок кому-то тут даже. Это можно подарить кому угодно. Хоть на работе начальнику, хоть, не знаю, любимому человеку.
супруга там может подарить хоть кому. Очень и очень презентабельно. Дело вроде как копеечное, но тем не менее. То есть это говорит о чем? А это говорит о том, что люди думают головой, не тем, чтобы какие-то гадости там или сводить с кем-то счеты. И думают, как улучшить свою продукцию и продемонстрировать в очередной раз, что все-таки смотрите, завидуйте. Всего удачи, до встречи. У нас осталось еще самое вкусное, вернее, еще маленькое крепление камеры GoPro, как я говорил, для камеры GoPro. Ну и самое вкусное – это ружьецо. Ружье я оставлю напоследок, как бы, и покажу вам, что это такое, с чем его едят. У меня уже какое-то определенное об этом ружье сложилось мнение, о чем я вам потом расскажу, не буду забегать вперед. В общем, до встречи, ждите новых роликов. Всем удачи, всем пока. Четности, зачетности во всех направлениях и вашей жизни.